Мировой спад в экономике коснулся и одного из ведущих автомобильных концернов в мире. Согласно прогнозу, опубликованному компанией Toyota, общее количество проданных автомобилей в 2015 году не превысит 10 миллионов 150 тысяч. Это на 1% меньше, чем в 2014 году, когда было продано 10 миллионов 230 тысяч машин. Для сравнения, Volkswagen за 2014 год продал 10 миллионов 140 тысяч автомобилей. Продажи General Motors составили 9 миллионов 920 тысяч машин.